Задержан один из участников нападения на ученика кадетской школы, который накануне разбил лицо битой одному из 10-классников учебного заведения поселка Шагол. Хулиганом оказался молодой человек 87-го года рождения. Он водворен в изолятор временного содержания. Его подельника пока отпущен под подписку о невыезде. Напомним, вчера утром во время построения в 28-й школе на кадетов напали двое молодых людей. Одному из учащихся битой сломали челюсть. На место происшествия выехал лично начальник городского УВД Игорь Иванов, и спустя несколько часов молодые люди были задержаны. По их признанию, кадеты пострадали за то, что при построении не отдали хулиганам честь. По мнению злоумышленников, школьники должны были это сделать в знак уважения к ним, как к местным жителям. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести». Его расследование находится на контроле у прокурора области Александра Войтовича.